Теремок ТВ. Нет на свете дел важнее, чем уметь друзей ценить. Ради дружбы и улыбки будем весело шалить. Не похож на бегемота, на жирафа не похож. Он похож на динозавра, самый лучший из дракош. Ведь это Тоша, Дракоша Тоша, Дракоша Тоша и его друзья. Тоша, Тоша хороший, Дракоша Тоша и его друзья. Большая игра. Ну, ходи уже, Яша. В тот день Яша с Яшей боролись за победу. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Финиш! Это нечестно. А как честно? Честно, чтобы я побеждала. Всегда-привсегда. И я за, и я за. И я знаю местечко, где такое бывает. Тойройчик, вперед! В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! А где это мы? А вот и наши участники! Добро пожаловать в большую игру! Тюрье играет тортиком! Нельзя! Это приз победителю! Хочу, 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 хочу! Что надо делать? Рваться вперед, обставлять неудачников и думать только о победе. Считайте, что тортик у меня в кармане, то есть в животе. Какая самоуверенность, хвалю. Первый ходит Няша. 6. Есть. Смотрите все. Бросок дракона! Один! Радуешься чужим неудачам? Качество настоящего победителя! Два! Уже достанется приз. Сейчас узнаем. Конечно, мне. 2. Пропуск хора. А можно 2? Умница. Пропуск 2 ходов. Но я только хотел немного тортика. 3. Четыре! Тортик мой! Яша! 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 Няша! А как же приз? А как же Яша? Назад ходить нельзя! Няша пропускает ход! Яша, твой ход! Ня, ты отдаешь мне свой ход? Ага. 5! Спасибо, Яша. 4! Последний рывок к победе. Няша, помоги. Помогать соперникам не по правилам. Переход хода. Надоели мне эти ваши правила. Они недружные. Ходи, Няша. Спасибо, Тоша. 1. Ура! Не совсем по правилам, но, Няша, можешь съесть тортик как победитель. Лучше.
лучше я съем его, как друг. Вместе весело играть. И не только побеждать. Ведь в игре важнее смех. Дружба связывает всех. Мы вернулись и пошли гулять. Я первая построила. Няша, ты опять? Приходите в гости. Подкроватные монстры. Спокойной ночи, дети. Спокойной ночи, мама. В этот день Няша никак не могла уснуть. Такое? Это когда мурашки и надо убегать. Мурашки. А кого надо бояться? Подкроватных монстров. Крылья к бою! Дракон Татон к подвигу готов. Кто со мной? Яса, Яса. Держи, рыцарь ночного горшка. Эй, вы куда? Ловить монстров и бояться. Мы стали маленькими и отправились в подкроватный мир. Ой, чудовища! Ловить бояться! Монстра в клеточку. Это же мои тапочки. Какие огромные. Тапочки? Фу, это не дракошно. Где? Страшное. Где мои мурашки? Под кроватью. Но мы туда не пойдем. Спасать бояться! Яша, стой! Так, что тут у нас страшненького? Вот, оно шуршит. Поймали! Замри, ползучий монстр! Монстри! Монстри! Это же Фантик от конфеты! Фантик? Это не мурашно. Где мои монстры? Нужен фонарик. Тойройчик, ко мне! Не трожь Яшу! Это же просто тень! Это что же, я убежал от тени, и у меня были мурашки! Вот так вот! Хочу еще бояться! Тогда давай поищем монстров! Кто-то бродит под кроваткой и вздыхает там украдкой. Ухает, старается нас пугать, пытается. Но его мы не боимся, мы со страха не сразимся. Пусть себе старается, нас пугать пытается. А нам песенка веселая поможет, а нам песенка веселая поможет. И дракоша Тоша. 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 Не выключай свет. Я сама выключу. Спокойной ночи, дракоша Тоша. Без страшных снов.
мира. Вот так мы узнали, что страхи – это выдумка. И что под кроватью нет никаких монстров. А жалко. Мне так нравятся мурашки. Страна упрямдья. В то утро Няша навела в комнате порядок. Так, теперь надо прибраться. Ой. И это тоже мусор. И последнее готово. Можем идти гулять. Возьмем мячик с собой. Нет, уберем на место. Ого, да мы заупрямились. Значит, нам пора в упрямдью. Куда-куда? Упрямдия – это страна, где все упрямятся. Все-при-все. Даже деревья. Сейчас день или ночь? И день, и ночь. Луна и солнце ни за что друг другу не уступят. А? Нравится? Эй, вы чего? Спать приехали? Пошли гулять. Хочу погулять, можно? И во сне. Что? Поезд? А, точно! Мы опаздываем на поезд! Просыпаемся! Привет, поезд! Куда едешь? Туда, садитесь! Не слушайте его! Поезд идет сюда! Нет, туда! Годится! Поехали! Почему стоим? Упрямимся! Упрямимся! Стоп, машина! Они дальше не поедут. Ни за что не поедем! Ну и стойте, а мы пешком пойдем. Поскачем! Уже чуточку меньше. Снег? Откуда? Лето же! В упрямдье зима и лето ни за что друг другу не уступают. Что-то домой захотелось. Надо поскорее лопнуть волшебный пузырь. Кто будет кидать? Я! Няша, ты не хочешь отдать мячик Яше? Не хочу! Яша, слезай! Пошли домой! Не буду! Ну, это не дракошно. Не хочу, не буду, 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 не хочу. Голову мотаю и ногой своей стучу. Это не простуда, даже не ветрянка. У меня случилась острая упрямка. Ей страдают, дядька, ей страдают даже дети. А ты хворя, не нашлись пока таблетки. Головой мотаю, головой, ножкой стучу. Не хочу, не буду, не хочу, не буду. Буду, не хочу. Яша, кидай, я тебе уступаю. И я! Как хорошо дома! Убрал мячик на место? Какой ты молодец! А я бы еще по кустам попрыгал! Ха-ха-ха!
запретное слово. В тот вечер мама разрешила Няше устроить настоящий пикник, но велела присматривать за братом. Няша, нельзя пугать рыбок. Нельзя! Так, хорош! Слово «нельзя» больше не говорим. Ну как же без него? Сейчас увидишь! В мир волшебных пузырей мы отправимся скорее! Ура! Приехали! В этой стране слово «нельзя» говорить нельзя! Чего-чего? А ну, попробуй скажи! Пугать рыбок. Что? Пугать рыбок? Нет. Той ротик, теперь ты. Скажи, можно есть песок? А как же тут объяснять, что делать не... А никак. Значит, все можно. Можно слопать! Стойте! Это не тортик! Его есть! Ого, каток! Можно прокатиться! А почему ты нас не предупредила, что этот каток такой прилипчивый? Я же вас предупреждала. Нет, ты нас только смешила. Я говорила, нет. Ну вот, опять. А давайте вместо слова «нет» придумаем какое-нибудь другое слово. Тогда пусть будет «пончик». Запомнил, Яша? Пончик значит не. Это клумба? Это светофор. А вот теперь можно. Нужное все-таки это слово. Еще какое? Да я по него целый стих зататошил. Ах, если было можно съесть миллион пирожных, по лужам весело скакать и все сосульки облизать. Но слово важное «нельзя» спасет от глупости, друзья. А я знаю, что можно. Можно уже вернуться к нам на пикник. Правильно! Без пикника оставаться нельзя! На, держи пончик. Да нет, Яша, это хороший пончик, который можно. Можно. Шумляндия. Кто-кто, а драконы отлично спят в любых условиях.
Избыточный уровень шума. Какая невозможная невозможность! Отправляйтесь туда, где можно шуметь! Эй, я туда не хочу! Мир волшебных пузырей, отправляйтесь без меня! Это Шумляндия! Здесь положено шуметь, а не шуметь не положено! Ваш хор шел через забор. Яша! Ты меня слышишь? Критический уровень громкости. Критический уровень шума. Яшу. Да вон он! Ой, он только что был здесь! Пропал Яша! Яша пропал! Яша! 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 Что? Как? Почему шумим? Потому что Яша потерялся! Яша! В таком шуме кричи, не кричи! Он что же, совсем потерялся и навсегда останется в Шумляндии? Внимание, внимание! В парке у фонтана обнаружен странный ребенок. Он не шумит! Таким не место в нашей Шумляндии! Яша! Яшенька! Нашелся! Идите скорее шуметь! Вас же выгонят из Шумляндии! Вы же еще не все попробовали! Там еще и пищалки, и трещотки! Не хочешь шуметь? Даже немножечко? Вот это да! Хотя, кажется, я тоже уже готова к тишине! Отлично! Возвращаемся домой! Ура! Тихий час! С друзьями весело кричать и весело шуметь, гудеть и топать и стучать. Но надо нам уметь и успокоиться порой, закончить с шумной игрой. Ведь всем на свете тишина хотя бы иногда нужна. Песенка. Как хорошо, хорошо придумал кто-то, даже не знаю. Вообще-то я люблю музыку, но, видимо, Яша любит ее еще больше. Скорее, Яша. Еще. О, Яша, я уже 5 раз подряд спела тебе эту песенку. Пусть теперь кто-нибудь другой споет.
Что-то я охрип сегодня. Переел варенье. Дуся, споешь? Задача понятна. Приступаю к пению. Как хорошо, хорошо придумал кто-то. Даже не знаю, как жили мы. Но... Я перепутала слова? Слова на месте, а вот ноты перепутались. Что такое ноты? Это такие... такое... Ну, в общем, проще показать. Яша, жди здесь, вернемся с песенкой. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Все ноты на свете растут здесь. Смотри, Дуся, ноты — это разные звуки. Они бывают высокие. Ля. Ля. Ой. А бывают низкие. Ля. Бывают звуки длинные и короткие. Ля. Эх, да, пока что не тошно, но ничего. Сейчас самое урожайное время. В лесу мы ноты быстро насобираем, и получится песенка. Пап-пап-пап-пап. Лов. И песенка не получается. Не песенка. Хм, наверное, нот маловато. Дорби ми фа соль си. Это что за дзынь-парарам? Ой, это музыкант. Он здесь главный. И кажется, он сердится. Извините, пожалуйста, дорогой музыкант, мы ищем одну песенку. Кто же ищет песенку в таком шуме? А в чем ищут песенки? В тишине, конечно, соль фа ми ре до. А ну, какая она, ваша песенка? Ля, 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 ля. Ах, вот что, медиец. Чтобы песенка получилась, ноты нужно спеть в правильном порядке. Вот ваша песенка, ми-фа-соль. Слушай, Дуся, и учись. Как хорошо, хорошо придумал кто-то, даже не знаю, как жили мы до. До того дня, как он взял и придумал ноты до, ре, ми-фа-соль, си, до. Ноты повыше, ноты пониже, с палочкой, с хвостиком, черный кружок. Все, что ты слышишь, все, что ты слышишь, все это ноты, дружок. Как хорошо, хорошо придумал кто-то, даже не знаю, как жили мы до. До того дня, как он взял и придумал ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Все-таки я гениальный учитель музыки. Преподал Дусе всего один урок, и теперь она знает ноты лучше меня. Командорские острова. Яше нравятся няшины игрушки, но Няша их тоже любит. Дракошно догоняешь, Няша! Дракошно убегаешь, Яша! Яша, стой, иди сюда! Стой, иди. Ошибка. Неверная команда. Сбой программы. Ой! Дракошно поиграли. Даже Дуся разрядилась. Яша меня не слушается. Дуся слушается, но не понимает. Не умею я командовать.
Ну, если это так важно. Тайройчик, к полету готовься. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей. Добро пожаловать на Командорские острова. Тут, Няша, тебя научат командовать. А кто будет учить? Я гроза морей, укротитель акул, командир салак. Ой! А ну, стройся! Драконисто командует! Разговорчики в строю! Ты и ты шагом марш! А ты слушай и запоминай! Командир начинается с лица! Учись и повторяй! Да, сложный случай. Так-то лучше. Прекратить смех! Командиры не смеются! Хмурься! Вот как меня в детстве учили. Слушай и повторяй. Порази меня, стрела! Разрази меня, гром! А ну, стоять, бояться! Вытащи немедленно! Яша боится! Неплохо! Слышу командные нотки! Хватит! Не хочу быть таким командиром! Мы уходим! Не выйдет! Без моей команды отсюда еще никто не уходил! Хочешь уйти? С командой! Так, чтобы я послушался! Ну-ка, ты! Отпускай нас! Не переживай, Няша, у тебя получится! Не получится! Не умею я командовать! Мы останемся на острове навсегда! Нет, и не проси! Няся, Яся, Тося, мы пули! Дай, пожалуйста! Не выйдет! Пираты на такое не сдаются! Ну, если ты так просишь... Если б со мной с детства так разговаривали, я б не стал пиратом. Гремят стальные пушки и бряцают доспехи. Да, видно, кто-то к спору готов. Но чтоб друг друга слышать, оружие не нужно. Нужна лишь пара ласковых слов. Попробуйте, пираты, попробуйте, солдаты. Попробуйте, ребят, секрет ведь не нов. Точнее стрел и копий, прочнее щитов и стали. Всего лишь пара ласковых слов. Всего лишь пара ласковых слов. Оказывается, ласковая просьба сильнее приказа. Новые данные. Проведем эксперимент. Дусечка, сделаешь нам бутерброды? Пожалуйста. Пожалуйста. Ух ты, сработало! Теперь, когда нам хочется, чтобы было по-нашему, мы командуем себе не командовать. И все получается просто дракошно.